В отношении главы администрации Юрьевецкого района возбуждено уголовное дело. Сотрудники УФСБ заинтересовались чиновником не случайно. По их информации, заведомо зная о том, что работы по ремонту Юрьевецкой дамбы не выполнены, глава администрации подписал акт приемки. При этом защитное сооружение так и осталось в аварийном состоянии, а более миллиона бюджетных средств утекли в неизвестном направлении. Сейчас ведется следствие по факту злоупотребления чиновником должностными полномочиями.